Вот происхождение неба и земли, при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Книга Бытия. В 1780 году за пасхальной всеночной Гаврила Романович Державин молился в церкви Зимнего дворца. Пребывая в пасхальном настроении, слушая могучие хоры, он внезапно почувствовал в себе прилив поэтического вдохновения. Вернувшись домой, он тотчас положил на бумагу первые строки оды «Бог». Но потом, как пишет он сам, за должностью и светскими суетами, сколько ни принимался, никак не мог окончить оную. Но вот в 1784 году статский советник Державин уходит в отставку из-за ссоры с начальником. Увеличение оброка с крестьян должно было принести государству увеличение доходов. Были уже составлены новые налоговые ведомости, как вдруг его патрон, генерал-прокурор Вяземский, неожиданно повелел переписать ведомости по-старому. Державину, который со своей честностью и рвением вечно оказывался не кстати, даже в голову не пришло, что его начальник просто хочет украсть дополнительный налог. Он забрал ведомости домой и переписал их так, как считал нужным. Естественно, что его дальнейшая служба при Вяземском стала невозможной. Ожидая от Екатерины нового назначения, Гаврила Романович решил отправиться в Казань, пожить со своей матерью. Старушка тяжело болела и давно хотела проститься. По санному пути он отправил к ней весь свой домашний быт, а сам задержался в Петербурге. Нужно было где-то раздобыть 18 тысяч рублей, чтобы раздать долги. И в это время поэт почувствовал в себе беспокойство иного рода. Понимая, что городские дела будут отвлекать, он сказал жене, что хочет посмотреть, наконец, подаренные ему в Белоруссии земли, и, не дав ей времени опомниться и возразить, выехал. Добрался он только до Нарвы. Там он определил слуг на постоялом дворе, снял для себя небольшую квартирку у престарелой немки с тем, чтобы она его кормила, заперся и принялся дописывать неоконченную оду. О ты пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. По воспоминаниям Гаврилы Романовича, в младенчестве он был весьма мал, слаб и сух, так что по тогдашнему непросвещению и обычаю народному должно было запекать его в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности. В 1744 году на небе появилась комета. Державину был год от роду. Когда ему указали на небесное тело, он вымолвил первое свое слово – «Бог».
С тех пор с язычеством было покончено. Мать приобщала его к духовным книгам, поощряя к тому награждением игрушек и конфектов. В 4 года он уже умел читать по псалтире и докучал приходскому батюшке бесконечными «почему». Расхаживая теперь взад-вперед по своему затвору, Державин все пытался понять, откуда взялись в России эти странные люди, которые называли себя атеистами. Они верили в какой-то вселенский разум, заключенный в природе, и в то, что рано или поздно силой своего разума человечество его постигнет. В первых же строчках оды он решил откликнуться на эти модные теории. Хаоса бытность довременну, из бездн ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавши все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Державин происходил из очень древней, берущей свое начало еще в Золотой Орде, но обнищавшей дворянской семьи. За недостатком средств он толком не смог получить хорошее образование и вынужден был долго служить простым солдатом. Исполнял он и другие низкие должности, к каковым относились и обязанности курьера. Как-то раз он понес пакет прапорщику Козловскому, известному в те времена сочинителю. У того как раз были в гостях приятели, которым он читал свои вирши. Вручив пакет, Державин задержался в дверях, чтобы послушать, но хозяин его строго окликнул. «Поди, братец, служивый с Богом, чего тебе зря зевать? Ты ведь ничего не смыслишь в этом». По бедности продвижение по службе тянулось мучительно долго, а Гаврил Романович не отличался терпением. Он стал поигрывать, связался с компанией шулеров, и кончилось тем, что на него подала в суд мать одного проигравшегося молодого офицера. Дело удалось затянуть, но совесть Державина взвыла. Он написал слабенькое, но очень искреннее стихотворение, раскаяние. «И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил, порочной жизнью его я погубил, презрен теперь от всех и всеми презираем, от всех честных людей, от всех уничижаем». В 1773 году разнеслась весть о пугачевском бессмысленном и беспощадном бунте. Благодаря тому, что он был уроженцем тех мест, Державина взяли в следственную комиссию, кем-то вроде начальника разведотряда. Его задачей было не воевать с самозванцем, а ловить его. На деле ему приходилось подавлять стихийные восстания и казнить крестьян. А в поимке Пугачева он так и не смог принять участие. Напротив, его, как и пушкинского Гринева, чуть было не упекли в кандалы по ложному доносу. Правда, в отличие от Петеньки, Гаврил Романович отделался легким испугом. Его уволили за неспособностью к военной службе. Как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане оном миры умножи миллионом 100 крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною.
а я перед тобой ничто. По окончании пугачевской кампании Державин заехал к матери. Позади у него были одни неприятности, их дом был разграблен, а сама Фёкла Андреевна побывала в плену у самозванца. Но мамина простота, ее искренняя и глубокая вера стали для него лекарством. Вскоре начали поправляться и дела. В благодарность за верную службу императрица произвела его в коллежские советники и пожаловала в Белоруссии 300 крепостных душ. В Петербурге за ламберным столом он познакомился с князем Вяземским. Генерал-прокурор никогда не видел, чтобы человек так честно играл в вист, так достойно проигрывал и взял Державина к себе в экзекуторы. И, наконец, в апреле 1778 года, по окончании Великого Поста, Гаврила Романович женился на 17-летней красавице Екатерине Яковлевне Бастидон, в которую он был влюблен с первого взгляда и в которой души не чаял. Богоподобная царевна Киргиз Кайсацкие Орды. Так Державин начал свою знаменитую оду «Фелица». Она была навеяна сказкой о царевиче Хлоре, которую Екатерина II написала для своего обожаемого внука Александра Павловича и ей же посвящалась. Но окончив, Гаврил Романович решил, что показывать оду нельзя, слишком дерзко. Исповедуясь перед императрицей, автор вроде бы рассказывает о своих грехах, но в них угадываются пороки иных и очень высокопоставленных особ. Да и сама Екатерина выглядит в них как-то по-житейски. Словом, Фелиция легла в стол, но перед тем ее выпросил переписать для себя один из приятелей Державина. Потом этот приятель под великим секретом дал почитать ее своему другу, тот процитировал на вечеринке, и вскоре Фелицию читал весь Петербург. Княгиня Дашкова опубликовала эти стихи в первом номере своего «Собеседника», где их, наконец, и прочла та, которой они были предназначены. Императрица вызвала Дашкову к себе. «Кто сей пиит? Кто автор сего сочинения?» Дашкова побледнела. «Да не пугайся. Я спрашиваю, кто умел написать так, что ты видишь, я как дура плачу?» Екатерине раньше приходилось читать стихи, где она выступала то Юноной, то Минервой, но дрогнуть ее женское сердце заставило только эта ода. Императрица с радостью узнала всех своих вельмож и, лично переписав все относящиеся к ним места, разослала адресатам. Среди них оказался и князь Вяземский. Он обнаружил свое отражение в образе Мурзы Брюзги и засыпающего над Библией вельможи. Генерал-прокурор был вне себя от ярости, но поделать ничего не мог. И уж совсем плохо ему стало, когда прямо у него за обедом автор Фелицы получил из дворца свиток с надписью «От киргизские царевны Мурзе Державину». Развернув свиток, Гаврил Романович с удивлением и радостью обнаружил табакерку с бриллиантовой осыпью и 500 золотых червонцев внутри. «Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт. Во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, ни сытым никаким летаю, всегда парением в высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты». Thank you.
времена Гаврилы Романовича высшее общество было плохо знакомо с Библией. Доверяли больше науке, модным теориям, хотя в них разбирались еще меньше. Но так было удобней. Раз сам собою взялся человек, так он и сам себе хозяин. Но тот, кто всерьез изучал природу, с такими взглядами боролся. Вслед за Ломоносовым Державин утверждал, что всякий честный естествоиспытатель, если он не совсем слепой, просто не может не видеть, что весь миропорядок устроен мудрой и любящей рукой, и что человек занимает в нем совершенно особенное положение. Он поставлен Творцом на границе двух миров, духовного и материального, которые он должен в себе соединять, сам призван творить, возделывать землю и преображать ее. Иначе его жизнь теряет смысл. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколи пришел безвестен, а сам собой я быть не мог. В Нарве Державин просидел с небольшим неделю. И все это время он не покидал свой небольшой покоичек. Немка носила ему еду, а он работал до тех пор, пока сон не валил его с ног. Проснувшись, он снова брался за перо, и так дни шли за днями. Рождение оды напоминало о самих днях творения. Вернувшись в Петербург, Державин отдал стихи Дашковой. В очередном номере «Собеседника» их прочла Екатерина. Императрица была в восторге. Она издала указ о назначении своего любимого поэта губернатором новоучрежденной Оланецкой губернии. Узнав об этом, князь Вяземский злорадно произнес: «Скорее черви полезут по моему носу, нежели Державин долго просидит в губернаторах». Это мрачное пророчество не сбылось. Как ни краток был срок службы Гаврила Романовича на новом месте, а князь Вяземский умер раньше. Но его скепсис во многом был оправдан. Если в семейной жизни Державин был покладистым и мягким человеком, то на службе он становился совершенно другим. Однажды он набросился на саму императрицу. Он накричал на нее, выбронил и, схватив за конец мантилии, дернул. Он обвинял ее в том, что ее фавориты разбазаривают казну. Императрица позвала секретаря: «Посидите здесь, а то, мне кажется, этот господин собирается меня прибить». А когда Александр I попросил его оставить пост уже министра юстиции, то на законный вопрос Державина, почему он только и смог ответить: «Ты слишком ревностно служишь». Гаврила Романович даже написал автоэпитафию: «Здесь лежит Державин, который поддерживал правосудие, но подавленный неправдою пал, защищая законы». Это был поистине державный человек. Он всякий раз тяжко переживал, когда ему не давали окончить начатое. Но потом как-то снова находил в себе силы и двигался дальше. И только одного он не мог себе простить всю жизнь. Когда Екатерина Алексеевна пожаловала ему Оланецкое губернаторство, он, погруженный в свою извечную суету, замешкался снова и опоздал с прибытием в Казань. Когда он наконец туда приехал, он узнал, что 3 дня назад мама умерла. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое.
В первых же строчках Библии мы узнаем, что вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Как только начал создаваться мир, возникла некая темная сила, которая воспротивилась жизни. Творец смерти не сотворил. Он отделил свет от тьмы, но Адам оступился, и когда настало время решать, быть или не быть, выбрал смерть. Но человек так велик, что как бы низко он ни падал, как бы далеко ни удалялся от своего Создателя, их отношения никогда не будут меньше, чем отношения сына и отца. И если бы мы не были связаны с Богом так глубоко, Христос никогда не смог бы стать одним из нас. Но Он стал, и это Его страданиями нам проложен путь возвращения к Отцу. «Ода Бог» стала первым русским произведением, получившим мировую славу. Она была переведена на все европейские языки и даже на японский. Правда, самому Гавриле Романовичу показалось, что не все в России поняли ее до конца. И он пишет объяснение на сочинение Державина, а в мемуарах он всегда упоминает себя в третьем лице, относительно темных мест в них содержащихся, собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, подлинный смысл которых одному токмо автору известен. И вот 6 ноября 1795 года он преподносит этот труд государине вместе с некоторыми другими своими творениями, переплетенными в красный софьян. Их отношения давно испортились, и Державин хотел как-то исправить ситуацию, но не удержался и вслед за новым посланием к Фелиции включил в тетрадь дерзкое властителям и судьям. По воспоминаниям камергера, Екатерина читала послание двое сутки, но не наградила автора ничем. Через 2 недели молчания он сам явился во дворец и приметил в государине холодность. Окружение избегало его, боясь встретиться глазами, не то что разговаривать. Только еще через неделю один из приятелей спросил его: «Что ж ты, братец, пишешь якобинские стихи? Ты переложил 81-й псалом, а он не может быть приятен двору». «Царь Давид, — ответил Державин, — не был якобинцем, следовательно, его песни не могут быть никому противными». Он легко мог оправдаться, но не стал. А ровно через год не стала и самой императрица. От апоплексического удара Екатерина Алексеевна умерла. Тетрадь Державина была опубликована, и Россия узнала, наконец, как создавалась ода «Бог». Через несколько томительных дней в своей нарвской квартирке поэт понял, что его произведение недостает последнего куплета. Тут требовалось уже не просто вдохновение, а откровение. Он лег спать, пишет о себе Гаврила Романович, и во сне увидел, что блещет свет в глазах его. Проснувшись, и в самом деле воображение его разгорячено было до такой степени, что казалось ему, свет прыгает по стенам, и вместе с сим из глаз его брызнули потоки слез. Он встал и тушь минуту при освещающей лампаде написал последнюю сию строфу. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.